Всем привет! В данном видео я покажу, как я перевел свои крышки с ламп накаливания, точнее с ламп с цоколем Е27, на точечные светильники, которые использую в здоровом аквариуме на 150 литров. Для этого нам понадобятся патроны, небольшое количество проводов для того, чтобы провести проводку, ну и сами лампы. В данный момент я буду использовать те, которые есть у меня в наличии, так как магазины все закрыты. А в дальнейшем куплю новые лампочки и поставлю на их место. Перед тем, как установить новые патроны, я, естественно, демонтировал старые патроны с старыми лампами, а новые патроны прикрепил к крышке с помощью саморезов и дополнительно добавил еще термоклей. Провода, естественно, я уложил в кабель-канал, который закреплен был на задней части крышки, а сам провод вывел на заднюю часть, где он подключен к колодке, в которую уже будет подключен сам удлинитель-выключатель с кнопкой. В дальнейшем это место будет прогерметизировано термоклеем и никакой влаги не будет бояться. И вот наша первая крышка готова. В принципе, свет меня устраивает. Единственное, я понял, что с этим светом нужно сделать генеральную уборку в самом аквариуме и убрать часть растений, которые создают слишком большую тень. И если с первой крышкой прошло все очень быстро, то вот со второй крышкой придется немножко попотеть. Начнем с того, что я ее еще не обклеил новым скотчем отражающим, и в принципе не делал уборку в этой крышке очень давно. Соответственно, нужно убрать сначала весь скотч, потом убрать патроны, ну и поубирать нарастание водорослей и обновить термоклей, где это нужно. Так как процесс был очень длинный и муторный, то, честно говоря, я не снял часть видео, но в принципе по результату у нас получилась такая же крышка, как и предыдущая, с такими же тремя патронами под ГУ-10 лампы и с отличным точечным светом, который мне гораздо больше нравится, чем то, что было до этого. Ну и результат вы можете увидеть на этих кадрах. Ну и как всегда, если вам понравилось это видео, ставьте лайки. А если есть вопросы, смело задавайте их в комментариях. На этом у меня все. Всем пока.